Продолжается программа «Вечер в Кубе». Спасибо, что вы с нами. У нас очередной гость в студии — Максим Курпатенко. Максим со своей креативной командой создает креативные вещи из кожи. Что будем дарить мужчинам? Вещи из кожи – это такая вещь, которая прослужит достаточно долго, причем она мужчинам придает индивидуальности, стиля. Так. И причем эти вещи можно не просто прийти и выбрать, а заказать по собственному эскизу. То есть подарить человеку именно то, что ему понравится. И это будет эксклюзивно в единственном экземпляре. Естественно. Так, кошельки, ключницы, да, что еще? Визитницы. Ир, ты можешь ответить на свой вопрос, посмотрев на меня. А вот это что это за прекрасные очки? Ну, это вот захотелось сделать очки из кожи, почему бы и нет. Что за кожа? Где вы ее берете? Как вы ее обрабатываете? Немного про технологию. Только натуральная кожа. Берем в самых различных местах. Что-то покупаем в России, что-то возим из-за рубежа. Сами кожу обрабатываем редко, но это только для интерьерных вещей. То есть, допустим, делаем картины, часы настенные, вазочки и так далее. А чем может быть интересен вот такой подарок из кожи, сделанный своими руками? Ну, как своими? И руками ребят своими. Нет, ну, кстати, можно сделать и своими руками. Помочь вам? Поучаствовать в процессе? Нет, мы сейчас набираем людей на мастер-классы всех желающих. Серьезно? Да, интересно. Так, с сентября у нас открываются мастер-классы. Пока принимаем заявки от всех желающих, ну, можно будет сделать эти вещи. Кошелек за час? Ну, грубо говоря, так. Да? Да. Нет, ну вот это кожа кого? И что это вот? Кожа только телячья. Телячья, да, так. Естественно. Это считается высший класс, как бы, да, в мире кожевенных дел? Ну, чуть выше класс считается оленья кожа, если по секрету, но ее достаточно проблематично достать, и стоимость почти в два раза выше, хотя по вот износостойкости, ну, разницы особо нет. Давайте еще про аксессуары. Вот покажите нам браслет. Он какой-то заяц там у вас. Да. Прям показывайте. Замечательно. Давайте. В руках поверсим. Это кому можно подарить? Это можно подарить, не знаю, я думаю, девушке будет замечательно. Серьезно? А мне кажется, наоборот, это вот можно боссу подарить. Будь зайкой там. Вроде как и брутальный подарок. Некоторые боссы могут не понять. Он-то будет зайкой, но ты будешь понижен. Так. Нет, но если это подарить девушка, я думаю, будет все хорошо. Мне нравятся аксессуары, дайте браслеты. Замечательно, такие браслетики. То есть у вас есть уже что-то готовое, да? Да, конечно, конечно. Свободное от заказа время мы делаем какие-то вещи просто на продажу. А сколько сейчас у вас в ассортименте вот конкретно вещей? Ну, я думаю, сотни, 4-5. Ну, это то, что всегда есть в наличии. Браслет покажите, как классно смотрится. Браслетики. Это мужские варианты, да? Такие, да, это такой брутальный браслет с кованой пряжкой, ковку. Слушайте, наши друзья кузнецы делают. Вот так вот, у вас еще и друзья кузнецы. Подари. Конечно. Вот тебе вот так закатать рукава, и ой, вообще, шикарно. А кто к вам приходит за этими подарками? Кто ваш покупатель? Ну, если говорить о целевой аудитории, то это все-таки в большей степени девушки, как ни странно, потому что они любят дарить подарки мужчинам. Какие-то необычные. Да, какие-то необычные. Ну, естественно, радовать себя любимых. Угу. Вот. Ну, и мужчины не проходят стороной. Ну, соотношение где-то 60-40. Но вы делаете еще и сумки. Расскажите про сумки. Купить хорошую сумку – это целое дело. Да, купить хорошую сумку достаточно сложно. Тем более подобрать, чтобы она себе нравилась. Да. Ну, и была не как у всех. И была не как у всех. Угу. Здесь мы подходим к клиентам абсолютно индивидуально. Можем воплотить их эскизы, можем сами что-то доработать, помочь. Угу. Всегда предложим какие-то варианты, чтобы это было более практично. Функционально. Потому что, да, мы на этом делаем большой акцент, потому что зачастую красивые вещи достаточно неудобны в использовании. Это правда, да, это правда. Вот. Ну, а все-таки дешевле купить будет сумку какую-нибудь? Вот я хочу там кожаную сумку, чтобы она, чтобы это выглядело, не знаю, прилично, солидно, чтобы было понятно, что натуральная кожа. Вот. Дешевле купить или заказать? Просто кажется, что если ручная работа, кожа, это наверняка будет запредельно дорого. Ну, на самом деле это отчасти миф, потому что на сегодняшний момент, когда курс доллара растет, заказать сумку иногда становится дешевле, чем купить. Но могу сказать одно, что даже если по стоимости это будут одинаковые вещи, то наши сумки проходят гораздо дольше. По нескольким причинам. А вы даете гарантию? Естественно. Серьезно? Сколько гарантия? Гарантию год даем. Вот это да. Да. Так, по нескольким причинам. По каким? Во-первых, мы используем кожу гораздо толще, чем используют галантерейщики. Во-вторых, мы абсолютно не используем подклад. Так. Подклад – это та вещь, которая в первую очередь выходит из строя. Маскирует, наверное, там какие-то во всех нюансы. Вещах. Угу. И, в-третьих, вот подход ко всякой мелочи, ко всякой фурнитуре.
То есть те же нитки мы используем только вощеные. Они мало того, что толще в три раза стандартных, они еще не поддержаны стиранием. Угу, угу. Вот. Фурнитура, кнопочки, различная мелочевка, все только все лучшего качества, да. А давайте посмотрим. Я так понимаю, что к вам приходят со старыми часами и дают им новую жизнь. Да. Давайте, да. Покажите часы. Мне вон есть. Что нравится. Угу. Вообще. Замечательно. Класс. Это у нас ракета. Сделана в СССР. Обалдеть. То есть это настоящие... были старые часы? Да. Они полностью восстановлены. Они под обносили. На механизм мы даем гарантию полгода, да. А, то есть вы и сам вот этот циферблат тоже ваш? Конечно, конечно. Но можете со своими старыми прийти часами? Естественно. Класс, я хочу вот такие часы. Есть, Максим, ну понятно, что мы сейчас не сможем весь ассортимент посмотреть. Mm-hmm. Есть ли у вас, допустим, группа ВКонтакте? Инстаграм? И да. Где же вас найти? Да. Где нас... можно все это увидеть и поставить лайк? Есть группа ВКонтакте. Назвать? Давайте, конечно. Да, конечно. Креатив 24 называется. Так. И в Инстаграме креатив _ КРСК. Сокращенно Красноярск. Смотрите, какой блокнот полностью ручной работы. Мало того, что тут потрясающая обложка, тактильно очень приятная. С уникальным дизайном. Тут еще и подстаренные, вот такие подкрашенные специальные листы. Вот это точно подарок какому-то серьезному такому человеку. Совершенно не стыдно подарить. Ну что, приду, видимо, к вам сумку заказывать. Что делать? Раз уж мы познакомились. Спасибо, что к нам пришли. Вы сказали, где вы физически находитесь? Физически мы находимся на Белинского, 8. Это торговый комплекс «Комсомол» на третьем этаже. На третьем этаже? Все, хорошо. Антон какую-то нашел сумочку. А я еще хочу сказать, что у ребят еще и вязаные вещи вот такие есть. Да, все верно. Ребята развиваются, да, и неумолимо развивается и наша программа. Оставайтесь с нами, ну а мы продолжим еще несколько секунд изучать весь ассортимент. О, как классно! Мне вообще так нравится.